Запада это известно. Порядок Кубилай Хана. Как будет, если мы покоримся воле небес и их посланнику Харчу? Теперь пусть каждый, кто клянется в верности Монгольской империи, преклонит... Монах защищает монголов. Ну хватит. Я в чат, как ты в одном чате? Ой, у нас их чарда! Сжальтесь! Не бойся. Ты хвалил монголов. Они хорошо тебе платят? Нас заставляют. Под страхом смерти. Но брат хранителя скоро нас спасет. Что ты знаешь о Норио? Он добьется победы над монголами. Отвести вас к нему? Скорее. Сюда, господин. Норио знает, что ты за монголов? Он велел нам и дальше подчиняться, пока не захватим храм Кедра, чтобы нас не заподозрили. Не похоже на Норио. Разве? Но ведь он всегда на вас равняется. Все твердит о том, чему научился у призрака. Зачем ты вернулся, Дадю? Я привел призрака. Норио в доме с остальными. Небольшие группы зайдут с флангов. Прячьтесь за деревьями. Господин! Подождите. Мне надо поговорить с господином Сакаем. Вы очень кстати. Сюда. Я слышал, вы собираетесь отбить храм Кедра. Мы много тренировались. Они готовы. Некоторые мне знакомы. Они из Акасимы. Я отправил гонцов в храм Куси, но никто не пришел. После всего, что мы сделали. Мы освободим храм Кедра и без них. Думаешь, они способны сражаться за храм? Мы бы справились и сами. Так стоит ли им рисковать? Храм Кедра может стать маяком для всей Цусимы. Каждый, кто за него сражается, будет вестником надежды. Не нам одним нести послание. Это должна быть их победа. Когда выступаем, Норио? На заре, господин. Пойдем на храм Кедра с призраком! Когда вы взяли замок Канеда, с вами не было самураев. Сложно было решиться. Самураев учат смиряться со смертью. Людей страшит не гибель, а неизвестность и боль. Монахи тоже преодолевают этот страх. Например, мой брат. Твой брат был умен. Жаль, что Энзо здесь нет. С нами его дух.
Тебя ценят, Норио. Они помнят Хранителя и знают, зачем свернуть с дороги. Сюда! Храм сразу за кедровой рощей. Монахи у них в плену? Нет, потому я и велел им подчиниться, чтоб не пострадали во время штурма. Разумно. Мы близко. Дыши, Норио. Как сражаться, если забываешь дышать? Как вы поняли? Я хорошо тебя знаю, друг. Норио и призрак. Мы пришли, как только смогли. Хорошо, что храм Куси с нами. Храм Кедра, Акасима и Куси. Мы будем сражаться вместе. Вы в главные ворота? Да. Отвлечем монголов, а остальные зайдут с флангов. А я? Господин, пусть затея моя, но вы сражайтесь так, как пожелаете. Вы все за мной. Держитесь рядом. Никто из вас сегодня не умрет! Все, кто падет, будут вечно жить в истории! Нехвачка! Thank you.
господин Сакай! На помощь! Нужно сразу... Я больше не могу! Сакай, на помощь! Поздравляю, храм ваш. Когда я был здесь в последний раз, мой брат, хоть и настоятель, все были живы. Теперь ты все восстановишь. Пойдемте в главный зал. Нужно убедиться, что ничего не испорчено безвозвратно. Сюда. Норио, господин Сакай. Что? Лучше не заходите в главный зал. Возьми себя в руки. Все, что разрушили монголы, мы восстановим. Снаружи все выглядит хорошо. Тут все цело и на месте. Норио. Энзи? Когда тебя забрали, я думал... Они обещали пощадить тебя. Если я все им расскажу. Я здесь, Энзи. Все хорошо. Я выдал им настоятеля. Хоти, Кусидару и Акасиму. Это не важно. Нора, я держался. Ждал тебя. Но жить так я не могу. Нет, можешь.
Пожалуйста, брат. Прошу. Господин, оставьте нас. Да. Его имя Харчу. Он сжег моего брата, отрубил ему руки и ноги. Этот Харчу, он уже мертв? Пока нет. Норио, твой брат был хранитель. Он умер героем. Вовсе нет. Я выясню, где прячется этот монгольский трус. Но потом мне нужна помощь. Я помогу. Стихнет снегопад. Начнем похороны.